Господи, кто придумал эту миску? Это вот такой толщины ствол дерева, вот сейчас я показываю. Это орешник. В наше время таких не было, это уже переросли. Это вот все орешник. Это вот целый лог этой стороны, это именно орешник. Здесь я провел свое детство. Бегали по горкам, делали удочки, делали себе копья, луки, все было здесь. Лазили по самый верх деревьев. И вот, допустим, на него я садился, наклонялась на другую сторону орешника. И так вот, как вот орангутанг могли перейти вот туда, на следующую ложбинку. Что вполне естественно, кто не верит. Ну, частично есть кусты вот такие. Вот уже это возле речки. Вот, и вот такая вот ольха, ну, березки. Ой. Наконец-то я попил воды настоящей, ключевой. Ух, какое счастье. В детстве вообще было чем заняться. Можно было домой, в принципе, и не ходить. Вот. Но мы знали, что мы получим от мамки по заднице или от бабушки. Поэтому бегали домой на обед, хотя могли кормиться и здесь. Многие думают, чем здесь кормиться. Я сейчас вам покажу простой пример. Вот у нас там, допустим, вот именно там, где место населенное, там был щавель, яблоки росли. А это вот называется, вот такая трава называется кислица. Она реально кисленькая. Из нее можно делать салат и варить щи кислые. Ее есть очень много. Это вот сейчас такая не попалась, скажем так, не очень зеленая по сочности. А вот там будет дальше. Именно сочно, красиво.
Ореху можно было поесть, земляники можно было поесть. Все натурально, природно. Наелся, напился воды в колодце, накупался в речке, хочешь в копанях. Вот кислица, ее здесь много. Вот все, это вот все, это вот все, это вот она. Ее здесь очень-очень много. Вот тут мы бегали вверх, вниз, шалаши устроили, чтобы было самое актуальное для детей, построить лесу шалаш, развести костер и сидеть там целыми днями спотыкаться. Ну, там вот внизу вот уже такое пятно светлое, это речка. Так что так. Вот такие лага. Холмик, низина. Вот тропинка, мы тоже все бегали. Вот там внизу уже поворот реки. Грибы. Ну, сейчас темный лес. Какие здесь грибы? А так мы собирали, ходили. Что росло? Подосиновики. Белый грусть. Тут полянка там дальше. Лисички, блин. Были подберезовики, то же самое. Ну, такой гриб, как бы, если он, конечно, совсем молодой, нормальный, то его можно было взять с собой. А так, для меня это не гриб. Так что так. Вот в таком лесу мы проводили время. Проводили детство. По ту сторону речки было две кладки. Можно было перейти здесь, ближе к мосту. Можно было там перейти, к деревне. Вот. На той стороне был яблоневый сад. Сейчас, конечно, он там есть, но он такой уже весь гнивший и старый. За ним никто не смотрит. Там нет хозяина. Дом куплен, но нет хозяина. Вот, кто-то здесь как ходит к роднику, и я вижу, что здесь его расчищают даже. Кусты и травку тоже здесь почистили. Люди занимаются. Там два родника, там еще дальше есть родник один, но он такой неорганизованный. Вот. Но вот там, в ключевой жизнь ключей еще более насыщена. Там лучше ключи бьют, они именно крупные. Вот там вода прибывает очень быстрее намного. Но там то место такое заболочено в плане почвы. Вот именно ходить там, ну, такая мягкая земля. То есть туда как бы не находишься. Вот. А так по существу. Если сделать родник, будет очень офигенный. Вот. Скажу, в шаговой доступности, конечно, не в шаговой доступности. Но, в принципе, для пеших прогулок можно и пройтись. Вот. Там вот чуть выше был кирпичный завод. Вот эта дорога вела на кирпичный завод, который раньше пользовался большой популярностью. И среди рабочих, и среди тех, которые потребляли и возили кирпич. Вот старый кирпич, кому вот, не совру, вот кирпич, глиняный кирпич. В нем веса, как сейчас, в одном кирпиче. Здесь вот, представьте, вот какой он прочный. Это вот, здесь же была глина, источник глины. И печи были, обжигали, я на нем работал, на этом заводе, где-то, наверное, месяца два. Это была летняя практика, за эту практику мы в школе. Мы получали еще деньги. Не помню, что себе купил, по-моему, какие-то купил себе кроссовки, мои сказали. Вот. По ту сторону, прям по низу, мы ходили раньше в деревню, шикарная была деревня. Сейчас она тоже как бы есть, но просто что имеется в виду, там нет моих знакомых проживающих.
Сергей, вот видишь, как я тебя, даже тебя знаю тебя. Потому что привет тебе. Мы с тобой работали здесь, на этом, на кирпичном заводе. Я уже не помню. Я понимаю, я еще тогда был молодой еще. Смотри, ничего не осталось, да, с него? Нет. Охренеть, даже эти были какого? Линии эти, которые там эти возили. Да, все, тут поразобрали. Офигеть, офигеть. Тут поразобрали. А я думаю, как раз ты приехал, уже долго не было-то времени здесь уже, это, в Дубровке. Поеду, думаю, как к источнику, воды наберу здесь в колодце. Ну, вот там, я набрал, да, просто думаю, поднимусь наверх, посмотрю кирпичную. А ее здесь нету вообще. И даже не похоже, что здесь что-то было. Обалдеть. Ну, хоть дорога, смотрю, какая такая, нормально выложена. Это съездит. Почищена. Какого Васька ездит? Ну, дождь чистит, зимой чистит. А. Понятно. Ты где-то тут живешь, да? Да, вот здесь вот. Ну, Дубровка, да? На Потрясовка. А, Потрясовка. Дубровка дальше. Ты куда, в гости или дальше? Да не, хожу делать нехуй, блядь. Подуна, блядь. А. Тяжко, блядь. Похожу трохи. Самогонка своя? А? Самогонка своя? Да нет. Не, покупать надо ходить. Там, в деревне? Нет, в Давыче, в Дубровке. А, ничего себе. А тут никто не гонит, что ли? Может, и гонят для себя. А, понятно. Уже не массово уже. Ясно, ясно. Я забыл, как я зовут. Сергей тоже меня зовут, ну да. Тут я многие знал, как бы. Ну, я что-то, я вот Шевелевки-то. Ну. Тут и был этот тоже Фома, по-моему, был электрик. Я не понял, как его зовут. Володька Фима. Да. Ну вот так вот, мамку покойник. Сейчас. Покойник. Да, мамку сказала, что он уже покойник. Давно уже. Работали же здесь тоже. Да, когда гудел. Забор родной. Угу. Так, а я смотрю, даже нету ничего похожего, даже что здесь какая-то. Даже дорога, которая вот влево входила, здесь вот там же были печи эти все, была это... Печка была, да. Печка была, и центральный был вход, там же это все. Это все поразобрали, порастегали. Все в 90-х годах. Да понятно, что. Как пошел развал СССР, так тогда и все произошло. Да. Как говорили, блядь. Не отдавать завод химии Москвичёва. Угу. Был бы еще от Брянска, может, еще поработал. Глины-то еще хватает. Ну, видишь, сейчас с углем хуёвенько. Угу. А тут же на угле было. Ну да, печь у тебя, закладки делали. Все, я помню, топил. Ну, видишь, что было, есть что вспомнить-то зато. Сейчас жизнь, она такая, как бы, нет, она интересная по-своему, но уже не в таком формате, как раньше было. Раньше были люди, были коллективы, были все места рабочие, где куда ни сунься, Дубровке мест было рабочего, да, жопы. Все были с деньгами, как говорится, ну, мало, как бы, все как бы жаловались, конечно, ну, а по существу жили... Лучше жили. Все было. Да. Надо было тебе это, пошел это, выписал того этого. Это сейчас надо пойти заработать, купить, а если нету... И хершу купишь-то? Хоть и мало платили, но зато все было дешевое. Угу. Голодные не ходили, это нет. Точно. Никто не горевал. Часто голодные не ходим, но все кусается. Так все кусается, и Серега, как его? Оно даже, как сказать тебе? Ну вот на примере вот этих мест, допустим, там у кого-то коснее же. Раньше люди бы и никуда бы никто не уезжал бы, так да. Бы работали бы. Так бы работали а здесь, Дубровка? Сейчас вот деревня наша, вот две хаты, вот на моей стороне, угу. На этой. Ага. Моя и его малого Тонькиного. Угу. На той, наверное, штук 7, ну, через лог. Тоже Потрясовка, только через лог. Угу. Там штук 7 жилых. А наши только 2. А Танька Фролова продала свою хату, не знаешь? Где? Она же там, где-то тут у нее была хата. Покупала. Продала? Да. А кому? А продала.
Какие-то приезжие или тут местные? Да нет, она сама Лидка местная. Взяла этому брату своему. Ага. Он тоже сидел не один раз. Но если я помню тогда, в то время он там еще и жил, да, какое-то время? Да нет, это он не жил. Не жил? Это Танька кому тогда, наверное, сдавала, ну, дала хату эту жить? Жил мужик какой-то там? Ну, там какие-то... Я уже не помню. Ну, ладно. Да, да. Татарой уже пролетает вот сейчас вот. Или штурмовик, или истребитель. Ну, не 76-й. Да, Серега, раньше были времена, а теперь мгновения. Угу. Раньше хуй стоял, а теперь... Это понятно. Молодыми вечно мы не будем. Ну да. Ну, Серег, а какие-то грибы, что-то есть? Нет, вот сейчас ходил, посмотрел там около себя. Угу. Даже сыроежки никакой нет. Угу. То есть смысл ехать туда, где-то там в Тырщевку, туда, в Тышуна. Ну, я как раньше туда ездил. Нечего, да, там делать, наверное. Ну, я туда не хожу сейчас далеко. Я когда... А смотри, тут травы дохуя тут просто в лесу. Раньше такой травы, мне кажется, и не было, блядь. Да была. Была? Борщевика только не было. Борщевика, да. Поразвели этот борщевик ебаный, блядь. А там вообще вот внизу на речке, там вот в самом на повороте, вот тут вот получается. Там вот раньше можно было место такое было, полянка такая хорошая. Все в нем, прям все заполнено. И Капоняток то же самое. Пошел Капоняток, думаю, пройдусь какого это, да. Ну, как раньше, ходили вот вдоль до речки, да рыбу мы ловили, так здесь, что. Ёпта мать. Шагу не сделаешь. О, выше колен трава, а большевик это растет. Капоням вот с одной стороны так вообще не подойдешь. Там прям стоит стеною. Такое все. Я не хожу туда. Да там нет, куда-то там идти. Там хер пройдешь, тебе говорю. Я пока туда дошел, просто ради того, чтобы посмотреть, что там такое. Это ну, как вообще, как это, какие виды остались-то. Я еле вернулся обратно там. Там Капоняки позаросли. Позаросли. Воду эту слили, тоже прорыли траншеи, блядь. Так бы, может быть, вода, если была бы, хотя бы какой-то карась был бы, да, хотя бы сидел бы. Раньше ловили же. Ну да. Карась. Андатра плавали. Карась точно был всегда. Андатры сейчас плавают по речке вот здесь. Да? А. Ну ты вниз или куда? Поеду я тогда уже домой. Пойду. Да. Сейчас, Сергей, ты на пенсии, да? Угу. Да? На пенсии. 10 с копейками. Во. Хули, это пенсия. Ладно, мне хватает. Никакую живность не держишь, ничего? Козу. Козу. Курей. А козу до осени сейчас пока трава. Молока нихуя не дает, блядь. Угу. Так, дает? По чуть-чуть. По чуть-чуть, блядь. А хули, это что это коза? А так, подъебка. Сейчас же не будешь резать. По осени зарежу. Какое-никакое мясо, кто не ест, ну, понятно. Ну, а мне похеру. Не-не-не, ну мясо тоже ж оно мясо, это ж не это, блядь, не кошку жрёшь, что ли? Да, не собаку. Ну да. Поехали, Серёга. Давай, всего доброго, Серый. И тебе. До свидания. Всего хорошего. Так, ты что?
Ну вот под этим мостом мы лазили, по этим балкам лазили. Там внизу купались, то же самое. Маленькие были, бесстрашные. Это ж недалеко было дома, вон дом, дом вон. Вот там дом. Пешком забегаешь и плавали здесь. Купались, плавали, рыбу ловили, руками ловили под камнями. Вот здесь камни лежат, вот они камни, вон внизу большой. Место было шикарное. Вот, пример, вон яблоки висят. Видите, яблоница? И вот вторая яблоница. Да. Чудесные места детства. Детство было самое шикарное. Вот там вторая речка проходит, такое, как бы отвод для от реки. Вот так спускаешься сюда по холмику и туда переходишь. Как бы такой отдельный островок вот здесь вот в этом месте. Тогда здесь была рыба, я особо таким рыбаком не был. Ну, ходил. Чья-то вон ловушка стоит. Я вижу, кто-то кидал. Шикарное время было, господа. Дядь Саш, здравствуй. Мурзик, ты выспался? А? Мурзон. Мурзон. Мурзон.